Доброе утро, красотки. Я уже в парке. Мы с Денисом сегодня проснулись в 5 утречка и пошли гулять. Гулять с коляской, и одновременно я буду бегать. Птички вас приветствуют. А еще я доедаю сосиску, потому что... Нет, это не мой завтрак. Просто после кормления... О, солнце скрылось. После кормления я всегда очень голодная. Сейчас много вопросов посыпалось. Сосиска, ты же не ешь мясо. Это вегетарианская сосиска. Она состоит из пшеничного белка и сыра. Очень вкусно. Сейчас я начинаю бегать. Потом у меня небольшая разминочка. И мы с Денисом сегодня собираемся в торговый центр. Для меня это, знаете, прям выход в свет. Потому что я в торговом центре не была, наверное, 3 месяца. То есть весь последний 9 месяц я особо никуда не ходила. И вот сейчас я почти 2 месяца. У меня чисто был выход в парк. Ну или погулять с девочками, там до кафешки дойти. И мне уже, если честно, хочется купить пару платьишек хотя бы. Надеюсь, сегодня это и сделаем. Все, побежала. Где же вы спрятались? Любимый, я тебя не вижу. Вот же ты за листиком! Привет! Тебя было очень тяжело найти, если честно. Я пробежалась. Мне кажется, у меня упал сахар в крови, потому что у меня закружилась голова. На самом деле, это моя вторая пробежка спустя год. Вот как раз у нас в августе была свадьба, потом свадебное путешествие, и все. 9 месяцев беременности. Я только ходила, ну, занималась фитнесом, бассейном, но не бегала. И вот это моя вторая пробежка. Первый раз я пробежала километр, и чуть не умерла. Вообще, у нас сейчас потихоньку восстанавливается режим. То есть у нас прошла адаптация 2 месяца, я бы сказала. Потому что все равно это маленький ребенок, это определенно что-то новое в жизни. И у нас, конечно же, полностью поменялся быт, поменялся режим. И вот сейчас мы потихонечку входим в него обратно, точнее настраиваем новый режим уже с Евой. И я бы вам с удовольствием показала мое нынешнее утро, как оно проходит. То есть прям детально снять видео о том, что я делаю по утрам, какие пункты оно у меня включает. Вот, скажите, пожалуйста, хотите ли вы такое видео? Потому что я с удовольствием сниму. Вы часто меня просите поделиться книгами, которые я читаю. И вот могу поделиться смело, еще не дочитав, несмотря на то, что еще у меня много страниц впереди. Где фокус, пожалуйста? Сфокусируйся. Но тем не менее, я уже в восторге от этой книги. Даже, смотрите, просто случайно открыла страницу. И просто очень классная, гениальная картинка, которая описывает все человечество. Кто хочет перемен? Руки все подняли. Кто хочет меняться? Ноль. Вот так обычно в жизни и происходит. А как раз таки, чтобы что-то стало происходить по-другому, нужно в первую очередь делать что-то по-другому, начать делать что-то по-другому. Вот такая вот книжка. Тут, кстати, можно писать. Тут есть строчки для того, чтобы их заполнять. То есть это как мини такой дневничок получается. Короче, очень классно, я вам советую. Еще у меня с собой заварен чаек травяной. Это так удобно в термокружке носить. Она вот здесь холодная, внутри горячая, очень хорошо держит тепло. И всю прогулку можно пить чаечек. А еще мы взяли с собой, знаете что? Финики. Посмотрите, какие они вот прям мясистые. Мне кажется, это самая лучшая сладость на всем белом свете. Вот я сейчас откушу и покажу вам. Извините, конечно, за такой непрезентабельный вид, но просто посмотрите в разрезе, какой он мясистый, какой он вот такой вот прям жирненький. Я не знаю, как объяснить еще. Это очень вкусно. У вас, наверное, возникли вопросы. Где же Ева в тот момент, пока я бегала? Ева с папочкой. На веточке. На веточке. Расскажи, почему ты такую делаешь позу. Мне кажется, всем прохожим и, в принципе, всем людям немного непривычно видеть такую позу, потому что все обычно носят на спинке. Расскажи, почему? Почему мы носим Еву на веточке? Не знаю, мне удобно. Да нет, ты правда. Свободна. Да вспомни, почему мы начали это так делать. Ну как почему? Потому что ребенок так успокаивается на животике, когда лежит. Это вообще, это прям, знаешь, мне кажется, иногда мне хочется заснять до-после. Потому что она бывает прям кричит, и за секунду ты переворачиваешь ее вот так покажу. Вот на веточке. Да нет, ты думаешь, она сейчас будет плакать? Ну сейчас она сонная, может нет. А, вот уже что-то, может, начинается, да? Ну вот просто у них на спинке включается рефлекс, называется рефлекс Моро. Это рефлекс, как будто бы они падают. Вот если они в напряженном каком-то состоянии, то положение на спинке только все усугубляет. Вот маленькая нервничает, да? Да, если вот хоть чуть-чуть у нее уже печально на душе, то положение на спинке еще больше все печалит. И как только поворачиваешь на животик, ты, господи, какая ты сладенькая у нас. Смотрите. Да погоди, она же не расплакалась. Ну вот. Что будет ребенка? Ну хорошо. Опа! За секундочку. Познал истину. Ну, конечно, не всегда прям так за секунду. Иногда нужно 3 секунды.
Иногда нужно 3 секунды и походить, да, то есть, чтобы качка была. Это запущенный случай. Да, это если запущенная. Если так немножко, то этого уже достаточно. Вот так вот. Нужна еще веточка. Еще веточка нужна. Не получилось. Ну вот, собственно, в коляске то же самое. Опять положение на спинке, поэтому не очень. Поэтому сначала нужно усыпить. Да, нужно усыпить сначала вот так вот на веточке, походя. А если укладывать сразу же спать на животик, то так нельзя делать. Это вообще для младенца крайне опасно. Повышается риск внезапной смерти младенца. Поэтому спим мы только на спинке, либо чуть-чуть на бочке. Как вы думаете, где же они? Я тебя не вижу. Ты так хорошо спрятался. О, я реально их потеряла. Я их реально потеряла. А, вот, отлично, классно. Теперь важный момент. Как из такого положения на веточке переложить в коляску так, чтобы она не проснулась? И как же? Это очень тонкий момент. Мы аккуратненько кладем. Важно, чтобы это было уже на такой вот дороге. И тут же начинаем идти. Немножечко можно даже подтягивать. То есть главное, чтобы дорога была не гладкая, а такая немножечко вот с плиточкой. Можно коляску чуть-чуть потряхивать лево-право. И все. Потом она утрясается. Она сейчас очень странно лежит, покажи. На самом деле нужно на спинку положить. Сейчас. Смотрите, какой у нас конверт есть. Вот так можно закрыть, и будет ножкам теплень. Вот. Пока, папа. Мы оставляем папу думать о смысле жизни. Ну что, у нас по традиции блока, значит, мы едим не дома, да? Ева у нас немножечко не засыпает, поэтому она на веточке у папы. А это омлет. Вроде бы здесь есть помидор, пармезан. Выглядит красиво. Он на хлебе, да? На хлебе, да. Да. Уж промокнет, а будет. Промокнет, поэтому хлеб нужно извлекать. Денис любит хрустящий хлеб. Уже были дымок. Такое лицо, знаешь, просто максимально страдающее. Мы уже дома. Я сейчас быстренько подкрашусь. Денис пока что меняет. Денис, скажи привет. Скажи привет. Привет. Блин, ну, нет, конечно. Это YouTube запретит этот контент, если ты покажешь подгузник. Ну, не подгузник, а как бы вообще попку, да. Да, не оформленный подгузник. Мы быстренько сейчас собираемся, я его покормлю и поедем в торговый центр покупать Еве платьишки новые. Ну, не только Еве, еще мне, желательно Денису тоже. Ну, Денису не платьишки, конечно. Интересно, я успею быстро накрасить глаза красной подводкой. То же самое? Да, то же самое. Этот бодик с оленем. Нет, с быком. Ты батюшки, какая малютка. Наш первый выход в торговый центр. Знаете, я никогда не понимала, для чего вот эти вот штуки в торговом центре. Потому что здесь поднимаются постоянно люди, вот так вот стоят. А как бы вот для кого? Наверное, для колясочников, для инвалидов, получается, и для вот колясок. А то постоянно здесь стоят люди, реально им что, тяжело подняться? Я никогда этого не понимала. Ты тоже? Это еще и долго, блин, если уж встаешь, то надо пешком идти. Да, вот мы так никогда не стоим. Мы всегда идем по эскалатору. Да ведь? Я даже когда беременная была, это ходила. Время плюс физуха. Да. Ева что-то обдумывает.
Ева обдумывает план. Мне кажется, гений думает о захвате мира. Да, реально. Ну-ка, останови на секунду, сфокусируй. Смотри, просто какая она задумчивая. Это называется «Саша пришла в рай». Боже мой, там вот терпеливо стоит наш папа. И терпеливо лежит Ева. А мне как-то быстро надо это все выбирать. Ну, непрактично, фигня же. Ногам, мне кажется, неудобно. О, все, ножка не сгибается. Ножка должна быть свободна. Почему она не сгибается? Не брать? Распродажа. Ну и что? Ну, пожалуйста. Ну, колосочки. Ладно. Вы знаете, что мы берем постоянно, ну не постоянно, но часто в торговом центре тяжелый сок из ананасов. Почему? Потому что когда мы были с Денисом в Таиланде или на Шри-Ланке, ну короче, вы знаете, во всех этих южных ярких, жарких странах, где, казалось бы, ананасовый сок, манговый сок должны быть самыми вкусными, и там они были полная вода. А здесь у нас в Екатеринбурге в обычном торговом центре делают самый вкусный ананасовый сок, потому что они делают его правильно, они его выжимают. А во всех этих жарких странах они разбавляют его с водой и изначально миксуют его кусочки, то есть кусочки фрукта, и добавляют в воду. И получается очень разбавленно. И в итоге самый вкусный сок мы пьем именно в Екатеринбурге. Да? Да. Мы выбираем Денису очки. Здравствуйте. Ева у нас вот так вот мирно спит. Очень, очень серьезная дама. Я только что встретила своих девочек. Вы очень милые. Если вы смотрите это видео, то напишите в комментариях. У Евы тут такой бычок. Дойну, прости, пожалуйста, что помешала. Бычок и кармашки. Раз кармашек, два кармашек. Ева, давай проверим, что ты там носишь. Ничего. Смотрите, голодные люди дорвались до магазинов. Это еще не все. Еще вот пакет. Вот так вот. Так, мы уже дома, я уже покушала суп. Давайте небольшую вам распаковочку произведу, что мы тут интересного купили. Но вот этот пакет можно сразу откладывать, потому что это вещи Дениса. И я думаю, это никому не интересно. Денис, прости, пожалуйста, мой дорогой, но я это убираю в сторону. Я себе купила такой комбинезон, можно сказать, фисташкового цвета. Обожаю этот цвет вообще. Пыталась сделать такой маникюр, кстати говоря. Камера вообще не передает, на самом деле, что это фисташковый, но, поверьте мне, это фисташковый. В общем, это такой топ, здесь утяжка в талии и брюки свободные такие, легкие на лето. Это очень интересная вещь, на самом деле, покупка не очень обдуманная, но, с одной стороны, обдуманная. Это резинка, и от нее идет вот такая вот ленточка, две ленточки. Их можно завязать как бант, можно просто вот так вот носить. Там еще была ярко-фиолетовая, но я выбрала черную. Может быть, на лето надо было взять все-таки фиолетовую, не знаю, ну ладно. И последняя вещь, это такая роба, можно сказать. Это тоже типа комбинезона, полностью джинсовый комбинезон. На самом деле сидит он на мне лучше, чем смотрится просто вот так вот в камере. Но мне кажется, будет очень интересно выглядеть. И он такой теплый, то есть он не на прям уж лето, можно даже сказать, на холодное лето. Но у нас на Урале по-всякому бывает. Может быть, на осень такая плотная джинса. Это пакет продуктов. Здесь у нас тоже, извиняюсь, есть интересные вещи. Это наша любимая гречка в пакетах. На самом деле, намного вкуснее гречку варить просто, вот знаете, без всяких пакетиков, а вот чисто вода, гречка, крупа. Так не вываривается, как мне кажется, ее сок, и она все-таки более какая-то, более вкусная, короче говоря. Но это быстро, знаете, вот это просто быстро, тоже точно так же полезно, конечно же, чуть-чуть менее вкусно, но если ты добавишь чуть-чуть соли, так, пришла моя Настя. Это моя сестра. Да? Сашенька. Меня назвали Сашенькой. Привет! Дима, ты красивая.
Привет. Итак, я вернулась сюда. Рассказывала вроде про гречку, что это очень удобно, очень быстро, потому что хоть Денис, хоть я просто закидываем в кипяток. 15 минут и готово, и завтрак у нас быстрый, вкусный и полезный на столе. Поэтому я купила раз, два, три пачки. Дальше идут такие рисовые хлебцы Доктор Кёрнер. Они очень полезные, без глютена, из бурого риса. Ну, короче, классная штука. Помидорки. Ну и там огромное количество этих хлебцев, поэтому я это отодвигаю. Авокадо. Очень необычно, да, выглядит? Просто шар. Да, это Ева на фоне разговаривает. Да. Да. С тетей. Тетя Настя. Они назывались авокадо-гигант, потому что действительно это большой такой размер. И пока что они твердые, но через пару дней, если полежат с бананами, дойдут и будут очень вкусными. Ну и, конечно, как вы думаете, что это? Это 1,5 килограмма фиников. Моя сладость номер один. Евин шопинг. Это нам почти по размеру, либо уже по размеру, я не знаю, посмотрим. Очень удобные бодики. Почему? Потому что здесь есть и пяточка, и антицарапки, потому что Ева себя очень любит царапать. Носочки. Ничего интересного на самом деле не могу сказать, просто носочки. Еве как раз в выходные будет 2 месяца, и у нас уже лежит платьишко, подаренное тетей. Оно беленькое, и вот повязочка на голову к платьишку. Далее, это вот такая теплая кофта. Знаете, я вот когда показываю эти вещи, у меня такое ощущение, что я показываю вещи на куклу, потому что здесь все такое маленькое. Хотя уже отметка 3-6 месяцев, так что мы уже не самые маленькие. Это просто теплая кофточка, на самом деле спасает в нашу уральскую погоду, когда непонятно, насколько тепло, насколько холодно на улице. И вроде бы толстый боди, который прямо комбинезон надевать, еще не надо, то есть не так холодно. Но в то же время просто в обычном бодике тоже холодно. И вот такая вот кофточка, тепленькая, будет в самый раз. Еще у нее потрясающие ушки и капюшончик. Белая шапочка, просто шапочка, тоже нечего сказать на самом деле. Посмотрите, какая милота. Мне оно безумно понравилось, это, знаете, как балерина. Такая пачка мягкая. И последнее, что мы купили, это кисы. Кисы-ботиночки. Вот такая розово-белая атмосфера. Посмотрите на нашу конструкцию. Здесь идет вызов по WhatsApp, потому что мы сейчас будем в другой комнате с Настей снимать видео. И чтобы мы знали, что происходит с Евой, мы созвонились по WhatsApp. Это такая типа видеоняня, пока она у нас не появилась. И фен, конечно же, чтобы создавать белый шум, чтобы Ева крепче спала. Настя, приветики. Готовы сниматься? Готовы сниматься. Тут у нас лежит пакет. Что это? Это все то, что мы сегодня распаковываем. Да. То есть всякие прикольчики фикс-прайсовые. Несмотря на то, что пакет ozon.ru, там все фикс-прайсовское, и сегодня будем это распаковывать. Все, начинается съемочка. Короче, никакое видео мы не сняли. Знаете, я не очень верю в знаки, но здесь это реально был какой-то посыл сверху. Мне кажется, что нам не нужно снимать это видео, потому что столько раз мы пытались и возвращались к камере, то что-то произошло с картой памяти, и она реально впервые вот показывала какие-то странные вещи, типа она не работает, не функционирует, отформатируйте ее. То я уронила микрофон и выпали из него батарейки, он развалился на две части. Микрофон в том плане, что вот этот блок аккумулятор. Потом через некоторое время выяснилось, что батарейки в микрофоне не заряжены и что он выключается каждые там 5 минут. Мы пытались Еву положить на балкон. Она обычно в это время хорошо спала, мы поменяли подгузник, я ее накормила, она реально уснула. Только мы ее кладем, начинаем снимать видео, она начинает плакать. И так было 6 раз. Мы час не могли начать снимать видео, потом мешало солнце, какой-то был ракурс странный, ну, короче говоря, действительно просто. Это были какие-то знаки сверху, что нам не нужно снимать это видео. Я даже немного расстроилась, действительно, потому что мы собрались, все установили, все сделали, максимально настроились, и вот так вот. В итоге мы не сняли видео. Кстати, ровно когда я наплевала уже на это видео и сказала, что все, не буду его снимать, Ева успокоилась, уснула, и сейчас она лежит напротив меня. Но на самом деле можно хотя бы выйти в прямую трансляцию к вам в Инстаграм, поэтому подписывайтесь на мой Инстаграм, чтобы их не пропускать. Сейчас пойду предложу Насте какие-то идеи, потому что ей скоро уже уезжать домой, а мы дельного вообще ничего не сделали. Ну, может быть, хоть в прямую трансляцию выйдем. Мы набираем ванну, чтобы купать Еву. Будем ложиться спать потихоньку. Кстати, красотки, хочу поделиться с вами своим опытом использования новой гаммы от Эфраше. По бутылькам тут видно, что я использую уже их предостаточно. И мне безумно понравилась гамма очищения и защиты. Знаете, я раньше это мыла волосы раз в 4 дня. Но сейчас это вообще, мне кажется, непростительно, потому что они у меня не грязнятся вплоть до 5-6 дней. Такое, если честно, у меня было последний раз только в школе. Смотрите, в каком порядке я использую средства. Сначала идет скраб. Скраб для кожи. Кожи
головы. Я вообще впервые познакомилась с таким средством, что есть скраб для головы. Представляете, как для кожи, только для головы. Вначале идет скраб, затем шампунь, он называется мицеллярный шампунь. То есть вся линейка здесь направлена именно на хорошее очищение. Затем бальзам, как обычно. После него волосы намного легче расчесываются, более послушные. И последнее, это такой уксус спрей, точнее не спрей, а у него просто удобный дозатор. Им буквально нужно ополоснуть волосы более прохладной водичкой, чтобы закрепить результат. Вообще гамм у Ифраше, именно гамм для волос, сейчас очень много. Можно подобрать любую, которая вам нужна, там для объема, для длины. Я вот себе выбрала именно очищение и защиту. Кстати говоря, это эко-тубы. Да и вообще сама марка Ифраше, она безумно экологична. Здесь 98% ингредиентов натурального происхождения. Так что пойдем сейчас купать Еву, потом я буду купать себя и ложиться спать. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока.